Всем привет! У нас сегодня рыбалка! Непростая! А рыбалка на $1000! Да, и золотая тоже. У нас куча золота. Да, короче, золотая рыбалка. Задача какая? Убрать весь бассейн, а потом проверить свой улов. Кому-то достанется суперприз на 1000 баксов. Вау! Да, но одно условие. Добычу трогать руками нельзя. Рыбу, золото, уточки. Руками мы не трогаем. Ловим рыбу либо удочками, которые плавают где-то здесь, либо садочками, либо есть специальная рыба для ловли. Вот как акула вот такая. Вот такая шарка, да, ее можно взять в руки и ею ловить добычу. Кстати, а можно вот так? Да, кстати, еще одно условие. Ловим мы с надувных предметов. В воду не залезаем, с берега тоже ловить запрещено. Только на воде, на надувных штуках. Ну что, Катя, я так понимаю, уже выбрала себе, где она будет ловить. Стоп, стоп, сначала выбираешь плавсредство. Окей. Нет, пожалуйста, пожалуйста, это мое. А мое? Я тоже так хотел. Я думаю, что меня бассейн не выдержит. У Кати очень круто, но он очень слабенький для меня. Мне словистовая штука. Так, мне надо что-то... А, вот, акулу вижу, ядро вижу. Дай сюда. Я за ним плыл. Уточка, я тебя съем. Так. Тут так много добычи. Пингвин, я тебя съем. Я нашел ядро, я уже могу начинать охоту. Но... Ага, вот, да, у меня ведро. Удочка, удочка. Раз. Удочка. Взял. Раз. О, я пошел ловить. Моя рыбка. Я уже ловлю. Мой карасик. Я думал, уже здесь можно брать руками? Вот так вот я буду складывать. Да, можно, мне кажется. Есть. Рыбка. Отлично. Отлично. Золото. А я утку наловил и куча золота уже. Рыбка. Какашечка. Ох, неплохо, неплохо. Я уже так много наловил. Я тоже много, но что-то мне кажется меньше, чем у тебя. Карасик. Так, что-то тут тесно. Дайте мне что-то. Нет, о, нет, нет. Тут так много новостей. Ой, мое место. Мое. Медведь, ты мне мешаешь. О, нет. Вот, я добрался. Это Клондайк. Золотой Эльдорадо. Я чуть не упал. Еще задача не грохнуться отсюда. У меня так много рыбы вот тут. Моя, карасик. Золото. Рыба, я нашел кучу рыбы. А я нашел кучу золота. А? Куча золота. Карась! Не поймал ничего. Ой, давай. Карась! Золото. Отлично. Я попал, рыбу меч поймал. И золото кучу. Смотрите, сколько у меня уже. Завал. Я. Макс, это моя разноцветная какашка. О, где? Фиолетовая какашка. Моя. Да, ну какашку тоже поймал. Эй, это моя фиолетовая была. Глазками, глазка такая красивая. А у меня пока что нету какашки. Так, удочка, годится? Удочка, я смогу. Какашку! У тебя есть, у тебя разноцветная есть. Нет, это не какашка. Это фиолетовая какашка. Нет. Карась! У Макса куча там. Берем Макс тут. О, черепаха. Карась! Черепаха. Эй, карась, не тони! Я по дороге у Макса захватил немного. Эй! Нельзя воровать! Удочка бесполезная все равно. Ай, ведро! А ты чем ловишь? Акулой? Акулой, да. Мне кажется, ведро лучше всего. Окей, я ведро попробую войти. Итак, вот я раз уточку поймал, стоп, раз еще одну. А как колечко поймать? А, карасик. Вот же ж, вот так можно. Ой, ей! Что-то у меня тут рыбы совсем нет. Вся ушла к вам. Да еще. Вся добыча к вам ушла. Окей, я это выброшу обратно. Идем. Я ищу ведро. Я бегемота поймал. И рыбу. О, удочка, удочка. Рыбочка. Колечки, да? Кашечка. Рыбачечка. Может, у Кати? Ой, хороший улов. Вот касаться? Это? Да, касаться. У меня есть акула. Стой. И карасик. Макс. Руками нельзя, штраф, 100 баксов. Карасюля! Макс упал! Как же он вернется обратно на лодку? Карасик! Зайди в акулу! Макс, ловить только сплав средств. Карасик! А, ладно! Да. Карасик, я не думаю больше ведро есть. Мне кажется, у меня больше, чем у Макса. Карасик, нет! Реально, у меня больше, чем у Макса добычи, это точно. Не знаю, сколько там у Кати. Но у меня уже тут есть всякие форели и селедки. Эй,
иди сюда. Давай, Макс, я тебе помогаю. Уточка. Главное, чтобы я не грохнулся в это время. Ой. Давай. Вылезай. Есть, я Макса спас. Карабин, смотри, смотри, что творит. Да Катя, а? Тырить нельзя. Я тебя спас, а ты меня тырить. Смотри, какой жулик. Катя. Карабин. Колечко. Петро! 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 Макс так хотел это ведро! Макс, это... Макс, это читерство! Ты у меня теришь! Да! Макс, да нет! Это мое там! Ну, это читерство! Хотя бы у меня две! Пингвин! Ура! Пингвин! Ура! Я, кстати, тоже! Стой! Где моя акула? Макс! Они у меня! Карасюля! Кать, поменяйся с Максом ведро на акулу. Не, давай, не надо! Я тебе две акулы дам. Нет. Две акулы на ведро. Нет. Две акулы на ведро. А, я подумаю. Мне кажется, две акулы тоже неплохо. Тоже хорошо можно ловить. Кать, две акулы, если честно, тоже много. Даже больше. Карась мой! Мой карась! Ловят золото. Так, сардина. Или что это такое? Полосатая селедка, как называется? Скумбрия, во. О, Бэби Шарк. Две. Что-то они уплывают от меня. Идите сюда. Бэби Шарки. Идите сюда. Я хочу вас поймать. Так, пока золото. О. Бэби Шарки. Идите ко мне. О, супер. Так, иди сюда, Бэби Шарк. Эй, Бэби Шарк! Бэби Шарк! Че замолкла? А ну! Шарк ту-ду-ду-ду-ду. Она только в воде Бэби Шаркает! Бэби Шарк! Бам-бам-бам-бам-бам! О, еще один! Иди сюда, Бэби Шарк! Бэби Шарк! Бэби Шарк тут поймался! Может, он самый крутой? И... Я иду тебя ловить, Бэби Шарк! Папа! Есть! Бэби Шарк, бобой, 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 Бэби Шарк, бобой. Руками штраф, 100 баксов. Что, за Бэби Шарк? На, дарю, я делюсь, да. У меня один Бэби Шарк есть. Ведро оставь, ведро мое. Бэби Шарк! Есть, мы разделили Бэби Шарк. Спасибо, Макс. Макс, ты остался без акул? Подожди, я Кате дал. Да ладно, она бесполезна, реально. Точнее, ведро лучше всего. Так, еще вижу две рыбы. Две добычи. У меня такая большая лодка, что я не могу их поймать. Эй, эй, куда золото? Мое золото там. Я за ним гнался, а оно куда-то туда, фильтр какой-то ушло. А как его открыть? Эй, золото. Эй. Ходить нельзя. Нельзя слезать? Нет. А, ну я ж типа золото спасать. На добыча ушла. Золото, ты еще одно. Ой, карась. Оно отбегает от нас, золото, понимаешь? Оно туда в щели проваливается. И все, и навсегда. Карась, я взяла этот карась. Надо найти, куда оно уходит. В канализацию, что ли? Карасик. Золото наше. Карасик. Кстати, я так и карасика не взял. Макс там клад нашел. Тут четыре. Ой, выплывем сюда. Ладно, две возьму. Я за тобой иду, карасик! Я тебя взял! Есть! Карась! Карась мой! Нет, это было мое! Да. Кто? Это... Окей, ладно, я оставлю. Катя! Катя! Так несчастно! Катя, так нельзя! Тырить нельзя! Катя, дай мне! Дай мне! Можно бери твоего карася! Карась! Катя, нет! Катя нашла рыбное место! Так нечестно! Я и у меня! Катя! У меня есть ведро! Вы Макса заблокировали! Макс не может добраться до рыбы! Реально нечестно! Катя, мое отстрелила! Иди сюда! Давай, я тебя пропускаю. Так, как это оттолкнуться? И все, я застрял! Ну так плыви! И я потерял свое!
Ты потерял ведро? О, это важно. А, я пока кручусь. Я от рыбы от всяких плыву. Катя, у тебя свое ведро. Можно мне обратно то, что карасей я тебе дала. Вот моя рыба. Нет, неправда. О, у меня новая удочка. Акула! Наши эти каноэ такие большие, невозможно разбиться. Вы опять всю рыбу на берег? Есть! Наконец-то! Вы всю добычу на берег загнали. О, Макс поймал рыбу много, смотри. Макс нашел целый косяк. Вау! Карась! Мой карась! Я плыву к тебе. Золото! Кому достанется целый косяк рыбы? Берем на таран Макса. Я Макса загнал на берег и ловлю уток и золото. О, мой бабишарк только что начал петь. Я понял, как заводить бабишарка. Вот так вот. О, вот еще золото. Иди сюда. Не надо идти в канализацию. В воде будем тебя ловить. Да. Я все коллекционирую. Мне не важно, какие рыбы, я все собираю. И поехали. Иди сюда. Эй, ты куда? Иди сюда, уточка. Отлично. Еще ты розовая. Еще ты мелкая. Тоже. И золото есть. Я тут все собрал. Поплыли туда. Есть! О, вижу золото! О! Держу курс на золото! Карасик! А где-то одно подо мной застряло. Под моей лодкой есть золото. Оно еще. Эй! Да здесь я застрял тоже. Фух! Нелегкая эта работа. Добычу ловить. Вот добыча. Эй! У нас тут куча добычи. Я почти все поймал уже тут. А ну, иди сюда. Я чуть не упал. Мое ведро. Нет, я не тырю. Я делаю, чтобы они мне подали. И хватал я на этой сфере. Вот так чуть не застряла. Вся моя добыча упала. У меня ноль добычи. Я был лидером, реально. У меня было больше всего. Обидно. Хотя бы лайк мне поставьте. Пожалейте меня. Хоть лайк она насобирает много или нет. Капец. О. О, у меня ничего. Даже ведра нет. О! Две рыбы со мной приплыли. Это самая нормальная добыча, самая крутая, которая у меня была. Хорошо, ты упал. Что ж хорошего, у меня только две рыбы. Иду за ведром. Фух. Ну что? Бабишарк! Начинаем все сначала. Макс, сейчас упадешь опять. Бабишарк! Это мой бабишарк. Карасей! Бабишарк! Карасей! Бабишарк! Ой, ты упала? Катя выпала из бассейна своего. Я застряла на борту. Есть! Бэйби Шарк! Это мой Бэйби Шарк. А где твой второй Бэйби Шарк? Бэйби Шарк. Знаешь, как сделать, чтобы они пели? Нет. Налей на них воды. А. Макс так опасно делает и не падает. А я, блин, все ответственно относился и все равно упал. Всю добычу потерял. Я не знаю, что я опасно делаю, но я добычу очень много. Ты сидишь на скользком месте и чуть не переворачиваешь свою подводку. Я карасей. Я карасей. 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 Хорошо. Три вещи. Золото. Утки. Четыре утки. О, карасей. О, ну, я хочу вот этого. Катя! У меня выпила! Можно ее
пора штрафовать. За воровство. За то, что руками рыбу ловила. Это не твоя рыба. О, я нашел рыбное место. Эй, это мое рыбное место. А знаешь, как обидно было? У меня было больше всего добычи. Я все потерял. Эй, куда я уплыл? У меня же добыча вон там. Это ты меня? Катя меня с добычи кинула. Смотрите, это что такое? Налей воды. Ай! Тихо-тихо-тихо. Жук какой-то незнакомый. Опа, есть золото. Макс убежал от мухи. Это не муха, это какая-то коричневая муха. У тебя какашки есть на твоем каное? Нет. Нет, я знаю, мухи любят на какашки прилетать. Так, где-то здесь я и перевернулся, да? Надо не повторять ошибок. Делать все аккуратненько. Луточка! О, у меня уже хоть кое-что. Я не скажу, что много, но кое-что есть. Эй, куда золото убегаешь? Вот золото, ждите меня. Сейчас я вас спасу. Классно я уже паркуюсь. Прям с пробуксовкой. Не идите в канализацию. Вонючую, там вам не будет ничего интересного и вкусного. Так, идите сюда. Есть. Тут собрано. Вон, у Макса еще несколько рыб, да? Нет, не-не-не, это не твое. А чего не мое? Да? Кто первый собрал, того и тапки. Лучше не за ручку брать, а за стенку. Катя! Катя, нет, это не смешно. Вон, смотри, что это было, Макс. Да? Муха, цокотуха. Ого! Это знаешь, он слепень. Что-то он Макса полюбил. Все, он... Нет. Он может быть кусучий, да. Он на Катиной. Он на твоих шортах. Макс, я брызну. Спугну. А оно не спугивает. Оно реально сидело на шортах. Но не страшно. Оно не супер страшно. Все, я... оно улетело. Но может укусить. Улетело. Собирай давай. Так, ловим только сплавсредство. Макс. Купили два штука. Бегемотик. Мой бегемотик. Я первый его заметил. Эй, 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 эй. Стоять! Бегемотик, ты же мой! Бегемотик! Руками нельзя, Катя! О, это же говорю мой бегемотик! Иди ко мне, мой хорошенький! Спасибо за помощь! Еще три утки, четыре! Идем, словим последние четыре утки! И будет чистый бассейн! Не дайте мне проплыть, я быстро плаваю! Кстати, у меня все еще нету какашек! Все какашки у Кати. Катя у нас любительница такого. Фу, я не люблю какашек. А что ж ты их все половила? Они у меня попались тут. Хорошо, я эту утку тебе оставляю. Иду ловить трех остальных. А, еще и звездочка. Главное не перевернуться в самом конце. Так, есть. Я что-то нашел. Я нашел звездочку с цифрой 1000. Я зарабатываю 1000 долларов. Я тоже не думал, я только что ее вот так вот ведром бульк, она перевернулась, и тут 1000! Катя практически держала ее в руках. А я ее тоже не видел! А я поймал. Я победитель, я чемпион! Так, что я могу на 1000 долларов купить, а? Айфон новый еще пока не вышел, часы тоже смысл нет покупать. Ну что, я придумаю, я придумаю. Ну что, это финиш? Столько старался, ничего не делал. А давай мы еще на количество посчитаем. Окей, кто больше, тот и победил. Но 1000 я ни с кем не делю, это она у меня остается. Окей, ладно, ладно. Стой, еще под водой. Кстати, да, это кто первый, кто больше насобирает под водой, тот может стать победителем. Я трону. Я тоже хочу. Ой, ладно. Я хочу эту рыбку. Я там. Где эта рыбка? Ладно, я вот эту рыбку. Ага, глубоко. Да, сильно глубоко. Да. Я не устала, я просто сильно глубоко. Я не смог словить рыбу в клон. Ага. Она, кстати, на глубину уходит. Я достал. Еще одну достал? О, да. Есть. Вау!
Еще? Да, вот это было легко. Еще. Еще. Это Катина игрушка. Сейчас Катя ее отожмет. Смотри на этого страшного гангстера. Ну да. Это от золота. Окей, все. Мне хватит. Все. Закончили рыбалку? Да. Теперь можем считать, кто сколько собрал добычи. Один, два, три, четыре. Итак, начинаем. Шестьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять, 81, 82, 83. Все, но тут тысяча, можно сказать, что у меня 1083. 89. Катя меня уже победила. 98. 87. Где-то. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 130, 130, 110, 108, я уже забыла. 111, 112, 113, 115. Короче, где-то 116. Да, где-то 116. Катя, молодец. Подожди. Так, это моя добыча. Нет. Это я добыл. А можно сказать, что вот это за 1000, и у меня 1083? Я пойду. Не, ну ладно, у меня не, реально, у меня 83, у тебя сколько? 87 где-то. Макс на втором месте, а я проигравший. Меня вот я расстроенный. С чем-то. Иду тратить свои деньги. А я иду еще на ряд. Ой. Нравится рыбалка? Ставь лайк. Нравится зарабатывать $1000? Тоже ставь лайк. Лайк. Эй, моя 1000 полетела. Не забудь моя обязательно лайк. Подписаться. И всем до новых встреч. А, пишите всем в комментах, да, какую самую большую рыбу вы ловили. А я иду нырять. Я, если честно, в жизни ловил, ну, где-то грамм на 500-700, ну, вот такие вот карасики, да. Больших не ловил. Караси? Да. Мои караси. И караси или карапы. Карпы. Пишите, кто самую большую ловил рыбу. Какую? Такую, такую или может вот такую? Всем пока! Пока-пока! А я уже проголодался. Иду разжигать мангал. У нас на обед стейк. Мангал? Да. Я голодная. Идем греться. Да.